Разрешите произвести разведку боем. Действуй. На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Уметь помирать, это еще не все военное дело. Чтобы немцы помирали, вот что от нас требуется. Здорово. А мы тебя списали уже без вести пропавшие. И жене сообщили. Ко дню памяти и скорби. Один из лучших отечественных фильмов о войне. Экранизация одноименного романа Константина Симонова. Плеяда выдающихся актеров. Кирилл Лавров. Анатолий Папанов. Олег Ефремов. Михаил Ульянов. Олег Табаков. Военная драма. Живые и мертвые. Смотрите на нашем телеканале.